Добрый день, дорогие уважаемые. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракату. Пол горы в облаках. Половина на половину горы светит солнце. Вот сейчас тут будет вид классный. Вот, пожалуйста, ребята. Вот горы. А там, где я живу, это равнина, можно сказать. Если сравнивать с этим. Дома. Смотрите. Один дом над другим домом. У одного двор, у другого крыша. Сначала один черный кот к нам пришел. Теперь другой пришел или пришла, не знаю. Как бы Тайсон решил воспользоваться моментом, завести сюда свою кошечку, вот эту беременную. У нас новость. Угадайте, что? Кто у нас родил? Раз, два, три, четыре штуки вижу. Был один черный кот, притащил свою жену. Тоже черная. А теперь четыре. Один. Добрый день, дорогие уважаемые. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракату. Пол горы в облаках. Половина. На половину горы светит солнце. Вот сейчас тут будет вид классный. О, там туман. По-моему, дождь там идет. Это мы идем в горы, ребята. Там, где мои... Лошадки пасутся, ребята, это не горы. Вот сейчас мы идем и поднимаемся в горы. Хадишка, племянница тоже помогает нам. Идем к папе, идем, ма. Идем к папе, идем. Смотрите, какие скалы. Какая красота, ребята, горы. Мы находимся на вершине горы. И сверху вниз снимаем другие горы. Алейкум салам, нам делает сигнал. Это мой брательник. Мухаммад, салам алейкум, сделай. Все, молодец. Короче, это села. Уйнакского района. Смотрите на трассу, где она находится внизу, а мы где находимся. Вон те горы наравне сейчас с тем местом, где я стою, а те выше получается. Тут прохладно, ребят. Тут очень прохладно. Тут нет солнца. Ну, сегодня нет солнца, а так... Вот, пожалуйста, ребят. Вот горы. А там, где я живу, это равнина, можно сказать. Если сравнивать с этим. Нахожусь в горах, приехал на соболезнование. Пользуюсь случаем, с него покажу дома. Смотрите. Один дом над другим домом. У одного двор, у другого крыша. Ну, мы уже спустились, чуть опоздал снять. Если нужен такой проект, можем сделать. Да, приезжайте. Архитектор. Сначала один черный кот к нам пришел. Теперь другой пришел или пришла, не знаю. О, это наш Тайсон. А то какой-то уголек, Барбоскин. Что с ним делать, ребят? Что нужен кому черный кот? Один хватит нам, как бы, второй это уже борщ будет. Где мой Тайсон? Нету Тайсона. Вот ты барбос. Добрый вечер, дамы и господа. Смотрите, что видят мои глаза и ваши тоже. Сегодня у нас гости за гостями. Мы были на другой стороне. Как бы Тайсон решил воспользоваться моментом, завести сюда свою кошечку, вот эту беременную. До сих пор она к нам не заходила, как-то во дворе, в огороде шасталась. Он нет-нет, сам к ней выходил. Теперь, короче, он ее решил завести домой. Я представляю, когда она родит, сколько вороных там будет котят. Имени тоже у нее пока нет. Надо имя дать.
У нас тёлка была по имени Джина. Теперь её нет уже. Думаю, можете её назвать Джиной. Джина. Кс-кс-кс-кс-кс. Иди сюда. Иди сюда. Тайсон. О, видишь, как Тайсон подходит, Джина. Тайсон. Тайсон. Тайсон у нас исхудал, ребят. Он с нами постился, походу, во время Рамадана. Он целый день исчезал, потом вечером появлялся. Или он у неё терялся. Или он ее надувал, исхудал, или, я не знаю, или к другой ходил, или еще вторую себе черную искал. Вообще, он как Кощей бессмертный. Джин, иди сюда. Иди, а ну, пойди-ка на фоне Джина стань. Посмотрим, как вы выглядите. А ну, вон там стой. Ох, какие молодцы. Ой, какие молодцы. Короче, она первый день у нас тут. Стесняется. Тайсон тоже стеснялся вначале, потом здесь начал хозяйничать. Теперь прописался здесь, нас чуть ли не выписывает. Да, Тайсик? Кошка красивая такая, порядочная, спокойная. Ну, в шоке с нее, походу. Вот такие новости, ребят. Ждем пополнения тогда, получается. Очень большой животик. Она уже, видите, на кухне домохозяйка. Ух ты! Ух ты! Вот это я в шоке. Тайсон, что это было? Удар справа такой резкий в Тайсона. Вот почему Тайсон-то исхудал. Не оставляет она тебя, да? Наверное, лучше будет ее выпустить на улицу. На улице тепло, у нас во дворе диван. Можно зайти и под диван, там тепло. А то, мало ли, тут подерутся, разнесут кухню потом. Моя мамка им счет выставит. Добрый день, дорогие и уважаемые наши друзья. У нас новость, угадайте, что? Кто у нас родил? Раз, два, три, четыре штуки вижу. Был один черный кот, притащил свою жену, тоже черная. А теперь четыре, а нет, один гнедой, походу, чуть-чуть. Короче, кошка родила наша. Ну, конечно, уже она наша. Она как бы не была нашей, как бы она была как бухгалтер, приходящий, уходящий. Как бы приходила, ела, уходила, то в диване, то на диване. Короче, зашла сюда, где тут мама рассаду все это делает. Короче, где у него тут, короче, консервы, мансервы. Ну, что сказать. Ну, родила и все. Мама, конечно, моя будет в шоке. Последнее время у нас дома вороное поселение. То есть поселение вороных. Сейчас коня не хватает черного. Да... Интересно, сестра она Тайсона, или жена, или мама. Непонятно. А наш Тайсон тоже болеет, то есть его тоже лечу, колю ему препараты. Но это видно хорошая кошка, она, видите, зашишает. Молодец, молодец. Твои они, твои не буду трогать. Короче, ребята, надо их раздать. Становитесь в очередь. А то столько черных в одном доме, как будто в черном квартале живем.